И далее коротко о других событиях города и области. Сотрудники Софиевской колонии задержали гражданина, пытавшегося совершить переброс на охраняемую территорию. У него был обнаружен и изъят сверток с неизвестным белым веществом. А на территорию Беленьковской колонии неизвестный совершил переброс свертка с 4 мобильными и деньгами. Мелитопольские милиционеры обнаружили на огороде 51-летней женщины более 1200 кустов опийного мака. Жительница Бердянска, сдававшая жилье отдыхающим, предъявила квартирантам счет на 800 гривен за поврежденную кровать и стекло. После отказа платить женщина забрала у жильцов ноутбуки. В результате в отношении нее открыто уголовное производство по статье «Кража». В Кирилловке отдыхающего отнесло на матрасе на 1,5 километра от берега. Затем матрас перевернулся и из-за сильных волн доплыть к суше мужчина не смог. Спасатели доставили его на берег, от помощи 52-летний днепропетровчанин отказался.